Промываю потрошенную горбушу и отделяю ее от головы и хвоста. Далее нарезаю на порционные кусочки и перекладываю в миску. Затем добавляю соль, черный молотый перец и специи для рыбы. Затем заливаю рыбу сливками и все перемешиваю. Оставляю рыбу мариноваться на 2-3 часа. Затем выкладываю горбушу в форму для запекания, смазанную растительным маслом. И поливаю ее сливками. Затем ставлю рыбу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут. Затем я достаю рыбу и выкладываю ее на салатные листья. И добавляю немного контраста благодаря помидорам черри. Приготовьте такую рыбу по моему рецепту, и я уверена, вы останетесь довольны. Эта закуска красивая, вкусная и самое что ни на есть новогодняя. Делаю надрез по всей поверхности вареного яйца и аккуратно достаю желток. Далее измельчаю желтки при помощи вилки. А следом добавляю к ним форель слабой соли, порезанную мелким кубиком. Далее добавляю твердый сыр, натертый на мелкой терке, и заправляю начинку майонезом. Сейчас я фарширую яйца начинкой и выкладываю их на салатные листья. В завершении на каждое яйцо я выкладываю ложечку красной икры. Если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие мои видеоролики. Я желаю вам приятного аппетита и отличного настроения. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!